Всем привет! Сегодня я покажу, как установить Mitsubishi Lancer Evolution AX-MR. Вот такой вот Lancer у нас старенький. Давайте перейдем к установке. Нажимаем кнопку «Загрузить». Я буду скачивать способом add-on. Открываем нашу машину и открываем текстовый документ. Пролистываем в текстовом документе чуть ниже. Теперь открываем Open 4. Открыли Open 4, нажимаем Windows. Нажимаем кнопку «Редактирование». Нажимаем «Да». Устанавливаем OS Manager. Вот здесь у вас должно быть установлено, то есть гореть зелененьким. Закрываем. Теперь переходим по пути Update, Update RPF, копировать в папке Mods или показать в папке Mods. Нажимаем копировать в папку Mods. Далее переходим по пути Common, Data. Здесь мы пролистываем вниз. Там, где документ dldist.xml, левой кнопкой, правой кнопкой редактировать. Далее в текстовом редакторе мы пролистываем вниз. Под последней записью здесь ставим палочку Enter. Теперь открываем наш блокнот и копируем вот эту запись, где написано Item DLC Packs EVO 9. Выделяем Ctrl-C и Ctrl-V. Также мы видим то, что тут у нас Item написано маленькими буквами. Мы исправляем на большие, потому что будет ошибка и машина будет не установлена. Должно быть как и высшие записи, то есть item большими буквами, DLC Packs и название машины. Нажимаем сохранить, пролистываем чуть выше, extra title update data.meta, левой кнопкой также редактировать, все обязательно в режиме редактирования. Пролистываем в самый низ, тоже под последней записью, палочку нажимаем Enter, снова открываем блокнот, копируем вот эту запись полностью, тут уже ничего не надо исправлять, просто Ctrl-C. И вот сюда Ctrl-V. Также нажимаем «Сохранить». Если у вас все сохраняется, значит все правильно установлено. Можно вернуться назад, то есть где у нас GTA 5. Переходим по пути Update, X4, DLC Packs и открываем абсолютно любую папочку. Допустим первую. И открываем DLC.rpf. Копировать папку Mods или показать в папке Mods. Нас переносит по пути Mods, Update, X4, DLC Packs. Если мы нажмем DLC Packs, здесь все наши установленные машины. У меня их много, у вас будет только та папочка, которую вы сюда скопировали. Вот она. Empires. Вот эта папочка, которую мы сюда скопировали. Теперь открываем наш архив с машиной. Вот где написано EVO 9, папка с файлами. Тут у нас есть dlc.rpf. Это сама машина. В режиме редактирования эту папочку мы берем, зажимаем LKM и перетаскиваем вот сюда. Перетащили вот сюда, вот она у нас появилась, EVO 9. Нажимаем на нее, и здесь у нас dlc.rpf. Все, машину мы установили. Можно убрать редактирование и закрыть Open 4. Теперь заходим в блокнот снова. Смотрим имя для спавна машины, EVO 9. Можно его запомнить или оставить открытым блокнот. Теперь можно зайти в GTA 5. Зашли в GTA 5, теперь нажимаем кнопку F8. Открываем наш меню тренер. Как установить меню тренер? У меня есть видео на канале. Там ничего сложного, просто перекинуть файлы, поэтому заходите и смотрите. Переходим по пути Vehicle Options, Vehicle Spawner, Favorite, New Vehicle Model. И здесь пишем название машины. Название машины EVO 9. Нажимаем Enter, у нас вылазит полное название машины. Это уже значит, что вы установили правильно машину. Mitsubishi Lancer Evolution у нас. Нажимаем Enter, чтобы добавить список. Теперь пролистываем в конец списка. И нажимаем Enter для спавна. Вот наш лансер. Также на него есть тюнинг. Мы можем поставить спойлер вот такой вот. Три варианта заказного переднего бампера. Задний заказной бампер. Тоже три варианта. Пороги. Глушитель можно большой поставить вот такой вот. Также капот. Двигатель по стандарту. Тормоза. Трансмиссия. Клаксон не будем менять. Подвеска у нас. Можем ее занизить вот так вот. Также давайте поменяем цвет. Давайте сделаем вот такой вот Blush Silver. Такой серебряный. В принципе, выглядит хорошо. И добавим небольшой металлик. Также поменяем колеса. Вот такой вот лансер у нас получился. После тюнинга у нас появились отстрелы. Такие вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте писать в комментариях, какой мод или какую машину установить на GTA 5. Спасибо за просмотр. Всем пока.